Всем привет! Гитарная педаль Ярасов 3000 вольт. Данная педаль оснащена стандартным входом и выходом и стандартными регулировками. На передней панели располагаются регуляторы. Первый отвечает за громкость, второй за тембр и третий за уровень перегруза. В данном видео мы используем гитару Ibanez J-Custom и комбик Bugera Vintage 55. Давайте послушаем чистый звук комбика. И теперь с педалью. Уровень перегруза на 9 часов. Добавим гейну. 12 часов. Это был звук на сингле, а теперь послушаем на хамбекере. Добавим перегрузу. 3 часа.